Всем привет, друзья! Перчик Леся оранжевый. Очень красивый сорт с оранжевыми плодами. Это он не созревший еще. Вот такой вот перчик. И его, конечно же, мякоть. Достаточно толстостенный, плотный и хороший сорт. Это уже отбор от сорта Леся, который имеет красные плоды. Его уже многие выращивают, любители, ценители перца. Это уже отбор от красного, оранжевый. Тоже имеет такую вот пирамидальную форму перчика. Очень красивый, очень вкусный, сладкий. Ну, просто шедевр этот сорт. С удовольствием его выращиваю уже несколько лет. И рекомендую всем дачникам посадить его и выращивать. Так как этот перец очень достойный внимания. По вкусу, по урожайности он сверхранний. Очень-очень его все хвалят и все любят этот сорт. Даже в Америке он уже стал популярным. Перчик его выращивают и с удовольствием его выращивают. Не просто выращивают, а с удовольствием. Даже уже мне писали, что в супермаркетах Америки этот перец есть в продаже. Поэтому стоит его вырастить. Если вам нужны семена этого перчика, можно их приобрести у меня. В описании под видео есть ссылка на мой сайт. Заходите и покупайте семена Леси оранжевой. У меня также есть и красная Леся, и другие сорта перца, которые мы вырастили в этом сезоне. Все семена свежие. Ну и немного про Лесю оранжевую. Сверхранний сорт. Кусты абсолютно обычные, как у остальных перцев. Урожай стабильный, высокий. Плодоносит до заморозков. И вот, кстати, сорванные перед заморозками такие зеленые плоды тоже хорошо хранятся в подвале. Или можно в комнате хранить. Они еще будут лежать. Ну, у нас до Нового года хранится перчик. Вот такой зеленый. Он еще будет вызревать. Достаточно долго лежит. Без проблем. Поэтому как-то так. Перец достойный. Ну, я вам так скажу. Даже нет слов. Классный перец. Ну, тут чуть-чуть. Это тоже Леся. Чуть-чуть просто не сформировал плодик. Конус. Такое бывает, это не страшно. На кустах бы показал, но я уже оборвал его. Мы сейчас собираем семена. Сегодня у нас 6 октября. Оборвал семена, оборвал плоды, поэтому вот то, что осталось, показываю вам на видео. Потому что не успеваю я вам все вовремя снимать. Надо было бы его в сентябре еще снять вам или в августе. Тогда была красота, это уже остатки снимаю. Напишите в комментариях, выращивали ли вы Лесю, если да, как вам, напишите, понравилось или нет. Ну, на этом буду прощаться, всем пока, до следующих обзоров.